Приветствую всех на канале «Уютный теремок рукоделия». С вами Даша. Сегодня покажу вам, как сделала вот такой органайзер. Я уже делала много органайзеров, но этот мне пока что нравится больше всех. Очень уж он удобный. Итак, у меня была вот такая картонная подставка для бумаг из магазина IKEA. Она немного уже потрепанная жизнью. Я решила, что нужно ее переделать. И мне пришла идея сделать из нее органайзер. Но уже не для бумаги, а для канцелярских предметов. Отмечаю примерную высоту, которая мне нужна. Я отметила 16 сантиметров. И отрезаю все ненужное. Мое желание было таковым, чтобы органайзер был ступенчатым. И располагались в нем предметы от самых высоких до самых низких. Вот такая заготовка у меня получилась. Дальше я взялась за переплетный картон. Здесь можно использовать и картон обычный коробочный. Только в таком случае его нужно склеить в два раза, а то и в три. Это уже зависит от того, насколько прочную вы хотите получить конструкцию. После того, как я нарезала нужные мне детали из переплетного картона, я также нарезала детали из кожзама. Можно, в принципе, использовать ткань или, например, красивую скраб-бумагу, даже обои, почему бы и нет. Итак, приклеиваю детали на горячий клей.
Для большой детали я использовала сначала клей ПВА, а по краям использовала горячий клей. Таким образом, у меня все прекрасно склеилось, отлично все держится, и это хороший способ приклеить большую деталь быстро и надежно. Чтобы укрепить дно, я приклеиваю белую картонку. Также белый картон использую и для того, чтобы сделать перегородки. Если нет белого картона, вы можете взять обычный коробочный и оклеить его белой бумагой. Но если есть желание сделать органайзер более интересным и веселым, можно использовать скраб-бумагу или ткань. Все стыки и соединения я проклеиваю джутовой веревочкой. Чтобы понизить волосистость джутовой веревки, я обжигаю ее при помощи зажигалки. Делать это нужно аккуратно, быстро, не задерживаясь на одном месте надолго, и получается отличный эффект. Изнутри я проклеивала тонкой джутовой веревкой, а вот снаружи проклеиваю уже толстой. И вот такой результат у меня получается. Я очень довольна этим органайзером. Служит он мне уже довольно долго. Я проверила его временем. Ничего не развалилось. Держится все отлично и служит прекрасно. Пока это самый удобный органайзер для меня и отличный помощник в моем рукодельном деле. Ну а на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь, если этого еще не сделали. Напоминаю, все видео первыми выходят на Яндекс.Дзен. До встречи в следующем видео.